Здравствуйте, вы смотрите «Давичи», меня зовут Светлана Калышницына, и вот о чем сегодня мы расскажем в выпуске. 3 километра по грязи, чем опасно бездорожье в сельской местности. Скоро добиралась 2 часа по причине наших дорог. Чтобы не лишать эту школу среднего звена, чтобы дети продолжали обучаться именно в 24-й школе. Какой вариант выбрать? Чиновники решают судьбу 24-й школы. Мы смотрим номер рамы, который мы впоследствии сверяем со своей базой и проводим анализ. Электронная база велосипедов. Поможет ли новый сервис бороться с кражами? 6,5 миллионов рублей осталось в областном дорожном фонде, которые пойдут именно на ремонт дорог. Об этом сообщил министр транспорта области Альберт Запольских. Всего же в фонде в этом году было 4 миллиарда. Дополнительно к этому из федерального бюджета было выделено чуть больше миллиарда. И эти деньги пойдут на строительство путепроводов в Чистые пруды. Уже с сентября должна определиться подрядная организация, строители которой за 36 месяцев должны будут объект закончить. А еще в этом году планируют начать строительство прямой дороги от Кирово-Чепецка до Глазова. Завершиться эти работы должны к осени 2016 года. Дальше строить должны начать еще активнее, сообщил министр транспорта региона. Все согласно указу президента России. К 2022 году увеличим строительство автомобильных дорог в 2 раза по отношению там, к предыдущему десятилетнему периоду. Задача эта посильная, тем более, что федерация не собирается оставлять нас этой задачей один на один. Сегодня принимается ряд дополнительных нормативных актов, в том числе и законов федеральных, которые позволяют нам эту задачу решать. А вот какие дороги отремонтируют в сельской местности, теперь решают в Министерстве сельского хозяйства. И первой в списке, уверены жители Слободского района, должна быть их дорога от деревни Сунцова до Кузнецов. Почему именно она, расскажет Ксения Фрик. После дождей тут на легкой машине просто никто не ездит. Проехать возможно только на внедорожнике, и то не всегда, рассказывает Николай Рылов. Этот участок даже дорогой назвать сложно. До своего дома в деревне Семенихины он добирается через сплошную грязь. И так почти 3 километра. Непроходимой эта дорога стала еще месяц назад, но только сейчас здесь работает трактор. Правда, разровнять ему удается с трудом. Под собственным весом колеса проваливаются в грязь. Эта дорога проходит через 3 деревни, и добраться до них, например, скорой помощи, тоже непросто. Однажды на вызов они уже опоздали. Теща умерла, будет 19-40 дней. Скоро добиралась 2 часа по причине наших дорог. Потому что скорая от Порошина ехала целый час, потому что дороги разбиты. А разбили дорогу большегрузы, уверены местные жители. Здесь идет добыча песка. Об этом знают и в администрации Слободского района. Им сообщили сами жители. А еще написали письмо в прокуратуру и теперь ждут помощи. Но уже точно известно, в этом году восстанавливать дорогу не будут. Сельская местность и сельская местность, что другого сказать? Мы не в городе живем. В лучшем покрытии дороги в этом году там не будет. Бюджет у нас не позволяет это делать, вновь дороги с покрытием. У нас 400 с лишним километров муниципальных дорог, на содержание которых не более 20 миллионов, которые входят и зимнее, и летнее содержание, и капитальный ремонт, вот как хотите. Денег нет, зато есть желание разобраться, заверили в администрации Слободского района. В ближайшие дни специалисты выйдут на место, если, конечно, доберутся, и лично оценят масштабы бездорожья. Возможно, вызовут грейдер. И такой помощи должно точно хватить до первого ливня. Ксения Фрик, Данил Кочкин, Бюро новостей «Давичи». В Кирове собираются проверить все квартиры на предмет незаконных перепланировок. По крайней мере, такое письмо требования сотрудники городской мэрии направили в управляющие и обслуживающие организации. Как пояснили чиновники, связано это с ЧП, которое произошло в Перми 11 июля. Там обрушилась часть многоквартирного дома. По одной из версий, случилось это как раз из-за незаконной перепланировки встроенного нежилого помещения. О том, что именно будут проверять в Кирове, расскажет Елена Чехомова.
В разосланных письмах требования говорится о том, что в городе должна быть организована работа по выявлению незаконных перепланировок. Это касается как жилых, так и нежилых многоквартирных домов. Особенно в цоколях и на первых этажах. В письме говорится о выявленных фактах незаконного переустройства. Необходимо сообщать государственную жилинспекцию Кировской области или в управление ЖКХ администрации города. Кировские юристы уже высказались о новых требованиях. Они сомневаются, что действительно удастся проверить все помещения. Помешает тоже несогласие граждан в проверке их квартиры, потому что для того, чтобы попасть в квартиру и проверить те же счетчики, ту же перепланировку, нужно как минимум судебное решение. Даже не каждый следственный орган может попасть в квартиру без разрешения хозяина. Поэтому само отсутствие судебного решения и желание граждан проверить их жилье, соответственно, может помешать реализовать то запланированное, что хочет администрация через управляющую компанию. В 100 домах Кирова нет горячей воды. По данным теплоснабжающей компании, причина – проведение локальных гидравлических испытаний, а также ремонтные работы и реконструкция сетей. При этом специалисты обещают, в большинстве домов вода будет отключаться только на день. Причины и сроки нужно уточнять. Информацию можно получить в первую очередь своей управляющей компании, так как у них есть информация и со стороны теплоснабжающей компании. Также они и сами готовят тепловые сети внутридомовые к работе в отопительный период. И можно узнать информацию на сайте КТК и либо по телефону горячей линии КТК. 716-716. Закрыть совсем или разделить на два здания. Чиновники решают судьбу 24-й школы, которая находится по адресу МОПРа 19В. Напомню, накануне специалисты Роспотребнадзора проверили здание учебного заведения и не подписали акт о приемке. В городской администрации пояснили, что документы будут подписаны после устранения замечаний. Но учиться в школе все равно смогут только 300 учеников, а не 450, как раньше. Сейчас чиновники больше склоняются к варианту разделить школу на два здания. На МОПРа будут обучаться дети с 1 по 4 классы, а с 5 по 9 отправятся в здание на Горбуновой, 13. Наиболее всех устраивает. То есть мы не ломаем существующий уклад 24-й школы, не меняем ее. То есть она сейчас является основной школой. То есть обучение младшего и среднего звена. Чтобы не лишать эту школу среднего звена, чтобы дети продолжали обучаться именно в 24-й школе. За судьбу своих детей беспокоятся жители Вятских Полян. Рядом с детским садом «Светлячок» находится контейнерная площадка для мусора. Бумага, коробки и прочие отходы постоянно летят на территорию садика. Кроме того, мусор разносят птицы и звери. Жители беспокоятся, что в условиях антисанитарии дети могут подхватить инфекцию. Бумажки, банки и прочий мусор. А по соседству площадка детского сада. Родители, чьи дети посещают это дошкольное учреждение, не раз обращались к заведующей садика. Просили обратиться в управляющую компанию, чтобы те перенесли контейнеры в другое место, так как мусор из баков летит на территорию детского сада. А еще отходы разносят животные и птицы. По всему детскому саду разбегаются, с огрызками начинают это все клевать. Кто живет в этих отходах, я не знаю, какие бациллы и чем ребенок в итоге может заразиться. В управляющей компании сообщили, что о проблеме знают и сейчас пытаются ее решить. На сегодняшний день у нас написано письмо на администрацию с просьбой согласовать ликвидацию и проводится опрос. Как только эти работы будут закончены, мы думаем, что перейдем на... Но нужно согласие жителей. Озаботились проблемой и в Роспотребнадзоре. В ведомство обратились представители родительского комитета. Они пожаловались на антисанитарию возле мусорных баков и попросили повлиять на ситуацию. В Роспотребнадзоре пообещали разобраться. Конечно, недопустимо тут и опасности, и возникновение различных инфекционных заболеваний. Могут и грызуны размножаются, и мухи. Конечно, такого допускать нельзя, как сейчас. Мы оформили предложение в адрес администрации города Вятские Поляны по ликвидации данной площадки. Сейчас дело за администрацией города. Правда, там решение о том, переносить баки в другое место или нет, пока не принято.
Кировчанам предлагают ознакомиться с брошюрой «ОСАГО плюс». Ее макет уже появился в интернет-сети. Разработали ее специалисты службы по защите прав потребителей финансовых услуг. Пособие составлено с учетом новейших изменений страхового законодательства и содержит сведения не только о видах страхования транспортных средств, но и о том, куда нужно обращаться в случае нарушения страховой организации прав потребителей. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Квартирный вопрос станет проще. Военным семьям, которые не имеют служебной квартиры и вынуждены снимать жилье, могут увеличить размер денежной компенсации. Такое пополнение офицерского бюджета предусматривает новый порядок расчета поднаемных денег, которые разработали в Минобороны. Максимальный размер компенсации в армии увеличится до 36 тысяч рублей в месяц. Почти на 300 тысяч рублей нарубили деревьев нарушители закона в Подосиновском районе. Места незаконных рубок они нашли в водоохранной зоне на территории Подосиновского сельского государственного участкового лесничества. Сейчас уже заведено уголовное дело. За его расследованием следят местные прокуроры. Полсотни товариществ собственников жилья привлечены к административной ответственности. Работу ТСЖ в области проверила государственная жилищная инспекция. Всего за полгода было проведено 68 проверок, из них только 6 плановых. Среди нарушений, например, несогласованное увеличение, а это больше 2 лет, срока полномочий председателя и правления товариществ. А также то, что некоторые председатели ТСЖ не владеют собственностью в доме, за которые и отвечает их товарищество. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Электронная база велосипедов. Поможет ли новый сервис бороться с кражами? Закрыли сезон и поделились планами на будущее. Какие спектакли покажут в Театре кукол в сентябре? Попали в десятку лучших. Кировская область – одна из самых спортивных в России. Это давеча. Продолжаем выпуск. С начала года в Кирове злоумышленники украли больше 100 велосипедов. Чтобы снизить число краж, полицейские вместе с представителями территориальных общественных самоуправлений решили создать добровольную единую базу велосипедов. Как она будет работать, расскажет Елизавета Халикова. Выполнять такие трюки для Григория Долгих проще простого. На велосипеде мужчина катается с самого детства. Железный конь для него является хорошей альтернативой автомобилю. Сейчас Григория, как и многих велосипедистов в Кирове, беспокоит рост числа краж двухколесных. Так что идею создания единой базы велосипедов мужчина воспринял позитивно. По идее, это правильная инициатива. Вот. Но вопрос, опять же, каким образом она будет реализовываться. То есть это самый важный и, скажем так, спорный момент. Вот. Второй момент, кто этим будет заниматься. То есть должен все-таки какой-то специалист, либо выделенный специально для этого, либо это будет при ГИБДД какое-то отдельное подразделение. Потому что велосипедов очень много. Вот. И действительно вопрос, кто будет этим заниматься. Уже почти месяц этим занимаются участковые. Они ходят по подъездам, общаются с председателями домов и самими велосипедистами и переписывают данные железных коней. В частности, марки, цвета и номера велосипедов, а также имена и фамилии их владельцев. Завершить сбор всех данных сотрудники полиции планируют до конца лета. При этом создание этой базы не помешает велосипедистам перекрашивать свои транспортные средства. Ведь главное – это индивидуальный номер, который выбит на раме каждого велосипеда. Именно по нему находят украденные двухколесные. Зайдя в магазин и мы обнаруживаем велосипед, то есть мы смотрим номер рамы, который мы впоследствии сверяем со своей базой и проводим анализ, был ли этот велосипед заявлен. Бывают случаи, да, когда значит, номер перебивается. С этой целью экспертно-криминалистический центр УМВД России по Кировской области, мы направляем к ним данный велосипед для проведения экспертизы с целью установления оригинального номера. С начала года из подъездов и из различных общественных мест было украдено больше 100 велосипедов. Практически все удалось найти. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, полицейские советуют не оставлять своих железных коней без присмотра или пристегивать их на крепкие металлические цепи. Желающие же поскорее попасть в базу могут сами прийти к своему участковому и сообщить свои данные. Участие в этом проекте добровольное. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давеча». Акцент.
Актеры кукольного театра уходят на каникулы 19 июля, закрытие сезона. Спектакль «Царевна лягушка» будет последним перед отпуском. К работе кукольники вернутся осенью. Ведь уже на начало октября запланирована премьера, постановка «День рождения Красной шапочки». Пьесу специально для кукольного театра написал драматург Владислав Макин. Но зрителям стоит ждать не только премьеры. А сегодня актеры и руководители кукольного театра поделились планами на сентябрь. К нам приедет с гастролями театр Образцова. Два фургона с реквизитом привезут москвичи для трех спектаклей. Одна постановка будет для взрослых «Старый сеньор И». Вторая для детей «Волшебная лампа Аладдина». Третий спектакль «Снеговик» будет также детский, но показ его закрытый, билетов в кассе нет. Его актеры сыграют на малой сцене специально для ребят из детских домов. В настоящее время я могу, допустим, озвучить уже одну школу-интернат, которая, детки из которой приедут сюда к нам. Это Сосновская школа-интернат Вятско-Полянского района. Мы решили, что вот на такое замечательное событие мы пригласим дальние школы-интернаты, потому что ну, у них еще меньше возможностей попасть вот на такие грандиозные события. Кировская область в десятке лучших регионов по подготовке спортивного резерва страны. В Министерстве спорта России подвели итоги всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в регионах в прошлом году. И наша область во многих номинациях заняла высокие места. Самым лучшим результатом, а это первое место, стало число разрядников в детском и юношеском спорте. В области сейчас у 70% детей, которые занимаются спортом, есть какие-либо разряды, в том числе мастера спорта и кандидаты. И это наивысший показатель по России. Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Бюро новостей Давича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания.